Алекс, а что вы, чем вы занимаетесь вообще здесь? Блядь, какого хуя ты здесь делаешь? Да я... Мы у Алекса на квартире сейчас увидим, что он делает вообще, чем занимается. Спросим у него. Алекс, а что вы, чем вы занимаетесь вообще здесь? Блядь, какого хуя ты здесь делаешь? Да я ж оператор, я снимаю все время. Какой нахрен оператор? Ты колхозник, а не оператор. Ты не лорд Алекс Энджел. Это что? Это Наташа, ты? Оленик Наташа, это я, Олег Фомин. Так это же Олежка Фомин, наш звезда-блогер. Фу, я испугался. Чем вы занимаетесь? Как Олежка? Чем вы занимаетесь? А так, в шахматы играем. Мы играем в шахматы. Вот Наташа не умеет играть в шахматы, я решил ее научить играть в шахматы. И вот мы учимся. Прикольные шахматы, я бы тоже поиграл. Вот Наташа даже уже успела проиграть 7 раз. Да. Да, вот так. Все-таки... На желание играли. Я понял, понял. Так а чем вы вообще, чем вы занимаетесь и чем вы вообще здесь? Ну вот на желание играем, она вот проиграла. Вот на какие желания, Наташа? Ну, теперь я целую неделю буду активом. Активом! Ничего себе активом. Такое типа или что-то другое? Ну, сейчас как бы мы будем учиться играть в другую игру, да, на следующей неделе. Это вот такие планы на будущее. В какую игру мы будем? Ты в бильярд умеешь играть? Не умею. Не умеешь. Вот видишь, перспективы есть. Подучу Наташу играть в американку. Дай пойду, Наташа. В американочку. Американский, ничего себе, бильярд будет играть. На желание. Прикольно, Алекс Энджел. Все-таки это прикольно, кстати. Это чтобы пробиться в шоу-бизнес, надо научиться сначала шахматы играть, а потом бильярд, короче, я понял. Ну, после бильярда будем играть в шашки. Ну, я понял. Я много игр знаю. Понял, понял. И всегда выигрываю. Алекс, а в общем-то, а что, ну, вообще на дальнейшие планы, что будет дальше вообще происходить с Наташей Олейник? Ну, будем и дальше продолжать играть на желание в новые игры, да, Наташ? Да. Игры я много знаю, вот подучу. Потом, вот Наташа предложила сходить вместе на передачу «Говорить Украина». И стосується кожного, почему нет. Думаю, у нас очень интересные истории для этих передач. А, ну и, конечно же, весной думаем снять клип, да, романтический. Да, почему бы нет, мы же... Клип! Все-таки, да? Mm-hmm. Алекс, это мне кажется, или все-таки, все-таки, или мне показалось, это ж... или у тебя это гости какие-то? Ну, на Хэллоуин такое случается. А сегодня как раз ночь Хэллоуин. Блин, я в шоке, у меня чуть я сама в шоке. Штопор какой-то. Алекс, все-таки, мне кажется, у тебя что-то дома... Смотрите видео Олега Фомина, вы еще не такое увидите.